Друзья, всех приветствуем у нас на канале. Сегодня будет обзор легендарной головки, головки блока цилиндров для легендарного двигателя 1КЗ FE. Значит, данный мотор устанавливался у нас на различных Land Cruiser Prado, Hiace Regius. Также он у нас на грузовичках, Хайс и прочее. Всеми любимый двигатель. Ну, раньше его любили очень. Проглот еще тот. Вот, собственно, что из себя представляет данная головка блока. Головка полностью идет на сборе. То есть, есть распредвал, установлены клапана. Клапана уже притертые. Я их сейчас покажу вам. Вот установлены клапана, поверхность плиты отшлифованная, очень качественно обработана на фрезерном станке, то есть плиты очень качественные, очень точные, точная обработка, не нужно там ничего дополнительно шлифовать, просто ставим прокладочку под головку свежую, устанавливаем данную головку на двигатель. Затягиваем все по мануалу, то есть с определенным усилием и в определенном порядочности. И поехали. И значит, головка такая у нас всегда есть в наличии. Кому надо, бывает для электронного. Они различаются 1КЗ-ТЕ, да, там, по-моему, и просто КЗ. То есть старый КЗ и новый КЗ. Вот. Это головка для нового КЗ. Если вам нужна такая ГБЦ в сборе без заморочек, вы можете пройти по ссылке в описании на наш сайт или позвонить по телефону, который будет также написан в описании данного видео. Отправляем в любую часть страны, то есть головки всегда в наличии. Все, ребят, всем большое спасибо, всем пока-пока.